ועכשיו אנחנו עוברים לספר הבא, ספר שמות. И сейчас мы переходим к следующей книге Писания. Это Исход. Окей. יש שאלות עד כאן? Есть вопросы? אוקיי, התמונה הראשונה בספר שמות היא התמונה של השה, של שה הפסח, זה תמונת הפסח. Итак, первая картина и описание, которое мы видим в книге Исход, это картина Агнца, которого мы приносим жертву на Песах. יש לנו פה הרבה פסוקים, אבל אני לא קוראת הפעם, כי זה מאוד מוכר וידוע. אוקיי. Здесь есть масса мест Писаний. Сейчас Михаил не будет их читать, потому что для всех это известные места Писания. Окей. אנחנו ניגש ישר לברית החדשה. Мы сразу же перейдем к Новому Завету. בראשונה לקורינתים, hey, 5-7. Первая Коринфянам, 5 глава, 7 стих. ולמדנו את זה בסמינר שלפני חודש-חודשיים על החגים. И мы это место Писания рассматривали в семинаре, который был больше месяца назад. Полус קורא למשיח, הוא אומר, זה שה הפסח שלנו שנזבח בעדינו. Это Павел называет Иисуса нашим Песахом, который был заклан за нас, да? Принесен в жертву за нас. Окей, זה הפסח שלנו, ישוע שנשחט. То есть это и есть наш Песах, Иисус, который был заклан. אבל בראשונה לפטרוס, но первая Петра, הוא ממש מסביר לנו את השה הזה, את הקורבן הזה. בראשונה לפטרוס אחד. Но первая Петра, первой главе, он как раз объясняет нам значение этого. 18-19. Это 18-19 стихи. שהרי יודעים אתם כי לא בדבר נשחט, לא בכסף ולא בזהב, נפדיתם מדרככם התפלה, שנחלתם מאבותיכם. כי אם בדם יקר של שה תמים, שאין בו מום, בדמו של המשיח. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Итак, он является непорочным и чистым агнцем. В нем нет никакого порока. כמובן, זה זכר, כי זה מה שנדרש. Понятно, что этот агнец, он мужского рода, да, потому что это требование мужского пола, то есть это требование. והדם שלו פודה אותנו, פודה. И это как бы человек, который искупил нас. Окей. הפדיון זה קנייה. הוא קנה אותנו במקום בכסף, בדם. פדיון, это вот та самая покупка, то есть он выкупил нас, искупил нас своей кровью. עוד מעט אנחנו נדבר על הקורבנות. И скоро мы будем говорить о жертвах. אבל אני כבר עכשיו רוצה להגיד. Но я уже сейчас хочу сказать. כשאומרים את המילה דם, когда говорят слово кровь, מיד תתרגמו את זה לחיים. Тут же переводите это дам за хаим. То есть тут же переводите это как жизнь. Ки нефеш адам бадам. Потому что написано, что жизнь человека в крови. Им кол адам шелану озевет агуф шелану, ма озевет ану? Если вся кровь выйдет из нашего тела, то что нас оставит? Жизнь. То есть мы не сможем продолжать жить. אז לכל הטבעונים בינינו שלא אוהבים ששוחטים חיות. Поэтому для всех вегетарианцев, которые среди нас и не любят, когда убивают животных для еды. הבעיה בדם זה לא היחסה שזה עושה לנו. Проблема в крови не в том, что это вызывает у нас какое-то чувство отвращения. הבעיה בדם זה שברגע שרואים דם שנשפך, החיים נשפכים. А в том, что когда видим пролитие крови, то мы в сущности видим в этот момент, как жизнь проливается, уходит. Поэтому в Новом Завете каждый раз, когда говорится о том, что он заклан, или кровь его была пролита,
אז במילים אחרות, נתן את חייו, נתן את חייו, נתן את חייו. другими словами, каждый раз вы должны понимать, что смысл этого отдал свою жизнь, отдал свою жизнь, отдал свою жизнь. וככה הוא פדה אותנו, קנה אותנו. И вот именно таким образом он искупил нас. הוא נתן את החיים שלו. Он отдал свою жизнь. במקום שאנחנו ניתן את החיים שלנו. Вместо того, чтобы мы отдали свои жизни. כשאנחנו אומרים דמו עלינו, אנחנו אומרים חייו עלינו. Когда мы говорим okay? его кровь на нас, в сущности мы подразумеваем, что его жизнь в нас. Амен. אז עכשיו בהתגלות 5:6-12. И в Откровении 5 глава, 5 глава 6 по 12 стихи. Окей, okay. Они, окей, okay. Я прочту только на русском, ребята, читайте на иврите. Итгалут хамеш ми шешат штемисре. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы затманный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». На иврите Михаль прочтет только 9 и 10 стихи. ושר שיר חדש. ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו, כי אתה נשחטת, ובדמך קנית לאלוהים בבני כל שבט ולשון מכל עם ואומה, ועשית אותם ממלכת כהנים לאלוהינו, וימלכו על הארץ. אמן. עכשיו התמונה היא שיער פסח. איתך, здесь мы видим картину агнца на Песах, закланного. בתורה, בשמות, בפסח הראשון. И в исходе, в Ветхом Завете, в первый Песах. יש לנו שיער אחד לכל משפחה שדמו נשפח. Был агнец для каждой семьи. מורחים את הדם שלו על המשפחים. Его кровь была пролита и помазаны косяки дверей. והוא קונה את החירות של עם ישראל משעבוד במצרים. И он этим искупил свободу израильского народа от египетского рабства. זאת התמונה. И это картина. מה התגשמות? И в чем исполнение в чем этой картины? שהמשיח נשחט. Когда Иисус был заклан. לא כדי להציל עם אחד. Он был заклан не для того, чтобы спасти только один народ. Нифдот коль шевет велашон веам веума. Он был заклан для того, чтобы спасти каждое колено, каждый народ, каждое племя. Ло рак кедей лави ам эхад леэрец Исраэль, аарец амуфтахат. Не только для того, чтобы привести один народ в Израиль, в землю обетованную. Эле ласот эт кол эле шу пада мамлехет коаним шеим леху ала аарец. Но сделать из всех тех, которых он искупил, царственное священство, которое будет править на земле. Из Египта с евреями вышли тоже язычники, то есть те люди, которые не принадлежали к евреям. И поэтому это тоже уже картина спасения всего мира, которая подразумевается потом в книге Откровения. Окей, а за тмуна, что я хочу, что ты вспомнил, тмуна, хисе шенишхат. Поэтому я хочу, чтобы вы помнили вот эту картину, что это агнец закланный за нас.
דמו נשפך, его кровь пролита, חייו נותנים לנו גם חירות, גם חיים וגם מלוכה. И его жизнь, отданная за нас, дает нам и спасение, и гам херут, гам... свободу. И спасение, власть. И власть, и жизнь. Хаим, шихов, малхут. 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 Мелуха. Мелуха, царственное священство, то есть люди будут царствовать. אנחנו נמלוך על הארץ. То есть мы будем царствовать над этой землей. Мы будем лох על הארץ. Кто будет царствовать над землей? Мефо ידעי. Где ваши руки? Окей. נעבור לתמונה הבאה בספר שמות. Давайте перейдем к следующей картине в книге Исход. תמונה של המן במדבר. Это картина манны в пустыне. Окей. זה בשמות 16. Это Исход 16 глава. Вот там Таня читает הכל ברוסית. Я все прочту на русском. משפט אחד. А Михаль прочтет только один стих. Она потом скажет какой. Миза 16. Итак, 16 глава Исход, с 12 по 15 стихи я читаю. «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Окей. אז הם שואלים, פסוק 15. איתה, 15 סטיח. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא, ויאמר משה אליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. И Михаль прочла 15 стих. Окей, פסוק 15. אז ман הוא זה מה הוא. המילה ман היא בעצם מה. מה זה? И как бы название ман, манна, появилось от того, что израильтяне просто спрашивали, что это. Ман הוא. То есть на иврите это ман הוא. Что это? ומשה אומר, זה מה שאלוהים נותן לכם לאכול. И Моисей говорит, это то, что Господь дал вам в пищу. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לדוגמה הראשונה שלנו, שישוע בעצמו עושה את ההשוואה. И сейчас мы первый раз приходим к тому, что Иисус сам лично делает сравнение. Окей? אז ביוחנן 6, כל הפרק המפורסם על הלחם. יענה 6 глава, и это... Тот самый, та самая глава, которая говорит о хлебе, знаменитая глава. Перек мадхим, אפשר לעשות עליו семинар של 8 שעות. Это потрясающая глава, и на ней можно построить семинар 8-часовой. אז עכשיו אנחנו ממש רק נוגעים בו. Поэтому мы только коснемся некоторых моментов. מתי את עושה את זה? ולנטין? ולנטין אחראי על הלוז שלי. כן, בפסים בפרוסם כבליקו. אוקיי, אם נקרא בפסוק 31, יש לי בפרט שוב, יוחנן 6, כן? יש שתי הגלבה 31 סטיך. אז האנשים אומרים לו, אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן למו לאכול. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. ואז ישוע עושה את ההשוואה. Иисус делает это сравнение. בפסוק 32, ישיב להם ישוע. 32 стихи. אמן, אמן, אומר אני לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь у нас миру, а в иврите навеки.
Окей. Заметьте, то есть, не я займу отхожу. То есть в русском переводе и дает жизнь миру, и это можно понять, как бы, что дает жизнь всем. А в иврите написано и дает жизнь навсегда, навечно. Вечную жизнь, да. Леолам перевели, к сожалению, неправильно. Почему я говорю о том, что эту главу, на этой главе можно построить семинар уже на 8-часовой? כי כשמסמנים את המילה לחם בפרק הזה, потому что когда мы отмечаем слово хлеб в этой главе шестой, מגלים 7 סוגים של לחם. Мы обнаруживаем 7 видов хлеба, которые подразумеваются. מי הלחם הפיזי הרגיל שאוכלים אותו כל יום בארוחת בוקר? От хлеба обычного, который мы едим, ועד הלחם שנותן חיי עולם. До хлеба, который дает ту самую жизнь вечную. ואם רוצים, אפשר לסדר את זה בשבע מדרגות. И если мы хотим, то это можно как бы вот сделать семиступенчатый переход от физического хлеба до хлеба, который дает жизнь вечную. אחת המדרגות האלה זה המן במדבר. И одна из ступенек будет как раз манной в пустыне. כור לחם רגיל? Это обычный хлеб. Обычный хлеб? כן או לא? Да? Да? У лехем рагил, כמו שקונים במאפייה? Это был обычный хлеб, который покупали в магазине. מאיפה הוא מגיע? Откуда он приходит? מהשמיים. Он пришел из... הם אוכלים אותו וזה משביע אותם והם מרוצים? Они это едят, и это их насыщает. Это их насыщает. И они как бы... אבל הם אוכלים אותו פיזית? Они его едят, этот хлеб, физически, да? אוכל מלאכים כתוב. אז הוא פיזי. И поэтому этот ман является и физическим хлебом, который спустился с небес. Это надо было есть каждый день новый, и нельзя было хранить его на завтра. И когда они проходили Иорданию и входили в землю обетованную, это что? Прекратил поставляться, да, с небес. И можно назвать это хлебом чудес Божьих? Физи, קצת רוחני, אבל לגמרי ניסי. То есть этот физический хлеб немного с духовным подтекстом, но однозначно хлеб чудесный. אז הוא פיזי קצת רוחני, הוא זמני וחולף. Он физический, немного духовный, он временный. כל יום מחדש צריך ללקט. Каждый день надо было заново этот хлеб собирать. הוא בסך הכל החזיק מעמד 40 שנה. И этот хлеб, он в сущности был, давался всего лишь 40 лет. עכשיו, האנשים שאומרים את זה לישוע, הם אומרים, אבל תראה, אבותינו. כן, איזה נס אלוהים עשה לנו לאבותינו. Иисус, когда говорит, общается с израильским народом, они говорят, ну посмотри, какое чудо Бог делал для наших праотцов. ואז הוא אומר על עצמו, אני נותן חיים לעולם. Иисус говорит о себе, я даю жизнь вечную. אני הלחם האמיתי. Я истинный хлеб. ואני לחם רוחני. И я духовный хлеб. ואז על העניין הזה של רוחני, כי הוא אומר, אתם צריכים לאכול את בשרי, הרוב קמים ועוזבים אותו. И вот этот аспект духовного хлеба, которым Иисус являлся, когда он говорит, что вы должны будете кушать мою плоть, большинство встали и ушли. אז ישוע משחק עם העניין הזה של תמונה, ומשמעות או התגשמות. И Иисус как бы здесь играется вот этими понятиями картины и исполнения пророческой картины. אבל הם, בגלל שהם לא מבינים אותו, הם חושבים שהוא מדבר פיזית על זה שהוא אומר להם, אתם צריכים לאכול את הבשר שלי. И из-за того, что они не понимают, что он говорит с ними о духовном, они думают, что он предлагает им откусить. Часть его и есть. Говорим, мазал каннибализм, мазал. Да, то есть они говорят, он что сейчас о каннибализме, то есть о том, чтобы люди ели человеческую плоть. В
וכתוב שבאותו יום הרבה מתלמידיו, הם אומרים, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו, והרבה עוזבים. И написано, что в тот день многие из его учеников оставили его, потому что они сказали, что это трудно вообще принять, и они встают и уходят. Окей? עכשיו אנחנו רואים את זה הרבה בברית החדשה, שלוקחים תמונה סמלית ומבינים את המשמעות שלה. И в Новом Завете мы очень часто видим моменты, когда берут символическую картину и начинают понимать смысл этой символической картины. А вот זו חשיבה שאם אתם יכולים להכניס אותה לביסור שלכם, היא פותחת, אני אגיד, היא פותחת את האוצרות, את הכספות של הבנק. Но это как раз та самая картина, если вы сможете ее использовать, то она откроет вам сокровища для евангелизации. И как כל התנ"ך, כל התורה, כל הנביאים, ככה זה עובד. כל השפה היא שפה של ציורים, תמונות, מסרים. Потому что вот так это работает. Весь язык писаний, он основан на вот этих картинах, на воображениях, на посланиях. ורק אם אתה מבין את הצורת מחשבה הזאת, אתה פתאום רואה למה ישוע התכוון. И только если ты понимаешь эти картины полностью, тогда ты начинаешь понимать, что именно подразумевал Иисус. Окей. אז התמונה פה היא של לחם. פשוט לחם. И поэтому здесь картина – это картина хлеба, просто хлеба. אוקיי? אז בואו נעבור לתמונה הבאה, אלא אם כן... כן, אפשר? אוקיי. עברנו לתמונה הבאה. דבייתי פרידיום צדיר שהיא קרציניה. אוקיי? אנחנו בשמות 17. איתך, מי קניגי איסחות 17 גלבה. שוב פעם, זה שבעה פסוקים, אז טניה קוראת ברוסית ואני רק פסוק אחד. Я прочту по-русски, а Михаил только один из этих стихов. 17-7. И с 1 по 7 стихи, 17 глава Исход. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син путь свой, по повелению Господню, и расположилось стано в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, говорили, дай нам воды пить». И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. ואני קוראת את פסוקים 5 ו-6. Я, Михаль прочтет 5 и 6 стихи на иврите. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך, אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם, על הצור, בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. התמונה כאן היא של הצור. של הרות? צור. И здесь картина утеса. Ебанит Петра. А на греческом это Петра слово. Окей, а что нахуй мы говорим о цур и села? Это мы говорим о тем, что Петра и Петрос. То есть, когда мы говорим о цур и села, то мы подразумеваем утес и скала. И скала, да. Петр и Петрос. אוקיי? יש ביוונית הבדל בין מילה שזה צור זה כמו קליף, זה מצוק. На греческом есть разница, потому что צור это как скала, утёс.
וסלע זה כמו בולדר גדול. הסלע את הסקלה. בולדר. אוקיי? אוקיי, אז אלוהים אומר למשה, קח את המקל, את המטה, בצור, ואז יצאו מים, כן? איתך, בוא גברית מייסי, וזמי סבוי פוסח, ודאר פה, ותעשו, יבידית ודה. ואיפה אלוהים בתמונה הזאת? איזה זה פה? הוא עומד על הצוק למעלה. потому что он находится, Бог как раз находится на этом утёсе. אתם רואים את התמונה? קודם כל התמונה, רואים אותה? Вы представляете себе эту картину? תחשבו על איזשהו צוק כזה שעושים סנפלינג או משהו כזה ענק. Представьте себе какой-то утёс, которого, ну, скалолаза, на который. Элохим умед лемала. Бог стоит наверху этого утёса. Моше в зикне Израиль умдим лемата. Моисей со старейшинами Израиля стоят внизу. Таке. И ему говорится: ударь по скале. Вецумай. И выйдет вода. Лекама анашим. Для скольких людей? Минимум. Шалош миллион минимум. Минимум там было 3 миллиона людей. אוקיי, כי לא היה להם כמונו משפחות של שני ילדים. וכאלה וחתול ותוכי. נהיה בלו אוניך סימי כקונס, דבוי דיטי, איסבצ'קי אלי קוטיק. אוקיי. אז מה פולוס עושה עם התמונה הזאת בראשונה לקורינתים? איתך, שטו פאבל דלת, זאת אימנה איתה קרטינה, פירווה קרינתינה. ראשונה לקורינתים 10. פירווה קרינתינה, 10 גלבה. ואני קוראת עכשיו פסוקים 1-4. איתה ספירו כצ'תוורתי סטיחים. אחי, אינני רוצה שיעלם מכם שאבותינו כולם היו תחת הענן, וכולם עברו בתוך הים, וכולם נטבלו למשה בענן ובים, וכולם אכלו את אותו מאכל רוחני. איזה מאכל רוחני הם אכלו? חשבתי שהוא פיזי. שנייה, אני חייבת אז לתרגם את זה. אם כבר הלכת, אם כבר הלכת לשאול שאלות, אז אני חייבת. אז תני לי לקרוא את שלושה פסוקים. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и сели, ели одну и ту же духовную пищу, и Михаил задала вопрос, какую духовную пищу? Да? То есть ма. אז פולוס כבר קורא ללחם הזה לחם רוחני. И Павел называет манну духовным хлебом, да? ואז בפסוק 4, וכולם שתו אותו משקה רוחני, כי שתו מן הצור הרוחני ההולך עמהם, והצור הוא המשיח. И все пили одно и то же духовное питье, обратите внимание, духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, ну то есть из скалы, да, из этого утеса. Камень же был Христос. Аллилуйя! אבל מה רוחני בשלושה מיליון אנשים צמאים למים באמצע המדבר? Но что ж духовного в трех миллионах людей, которые жаждут посреди пустыни? За тмуна невуит шаламашиах. А это пророческая картина прихода Мессии, Спасителя. В Павел сколетит это, в махнис это мила рухани, рухани. И Павел это понимает, и поэтому вставляет слово духовный, духовный, духовный. Это бая, Михаил, что בגלל הסבל, העם לא ראה את אלוהים שהוא עמד על הסלע, ובכל המקומות איפה שהיה סבל וניסיון, הם פשוט לא ראו את אלוהים, הם ראו רק את הצורך ורק את הכאב, וזהו. ועוד מעט אנחנו נגיע לעוד תמונה שמראה את זה ממש, את מה שעכשיו אמרת. значит, פסטר מקסים, сказал. Сказал, что из-за боли и страданий народ не видел Бога, не видел Мессию. Он концентрировался исключительно на боли и страданиях в тот момент. На нужде. Окей. И поэтому видим здесь, в этом месте Писания, что Иисус в Ветхом Завете – это тот самый утес, из которого потом потекла вода. ואם אנחנו מביאים את הפרשנות של פולוס,
А и если мы присоединим к этому объяснение Павла, то тогда что вы сейчас узнали о Мессии из этой картины, которую мы описали? И первое, пастор Валентин сказал, что народ собирается умереть от жажды, а Иисус, Спаситель, дает им воду. И мы видим это еще в месте Писания с самаритянкой, да? И также он говорит, что тот, кто уверовавший в меня, реки воды живой потекут, да? Что еще мы увидели из этой картины? Посмотрите опять на эту картину. Утес. Бог на утесе. Моисей старейшина внизу. Моисей ударяет по утесу и выходит вода. Посмотри, Валик, что ты сейчас сказал. И ударили по нему. То бишь, вот надо было ударить по этому утесу, для того, чтобы вышла вода. Вышли бы... את יכולה גם לגור איתנו ולהגיד לו תן לה לדבר? תן לה לדבר. בסדר. То есть, если бы Моисей не ударил по этому утесу, то такая же картина ассоциативная должна у нас быть с тем, что если бы Иисус не прошел все эти страдания, то Он не смог бы дать нам жизнь вечную. Окей. עכשיו, פולוס אומר יותר מזה, הוא אומר... Но Павел говорит более этого. Он говорит... הם שתו מן הצור הרוחני ההולך עמהם, והצור הוא המשיח. הצור הזה יש לו רגליים. То есть, они говорят, Павел говорит, они пили одно и то же духовное питье, и как бы это духовное питье, оно ходило с ними, и это Мессия. То есть, у этого... духовного питья есть ноги с точки зрения, а у этого утеса есть ноги с точки зрения Павла. И Павел говорит то, что их в сущности сохранило им жизнь в пустыне, за Иешуа. Это именно Иисус, Спаситель. Потому что Он тот самый духовный утес, который ходил с ними. А Свалик задал вопрос сейчас, что... типа, значит, это действие повторялось, то есть это не было единичным действием, а каждый раз, когда они останавливались, типа, вот таким образом добывалась вода, Михаил говорит, что мы знаем о двух случаях. Там шихи. То есть нам не описываются другие примеры такого действия. מוציא מסקנה רוחנית, לא פיזית, רוחנית. То есть, но из первого случая и второго мы видим, что Павел делает духовный вывод. Не физический, а духовный вывод. עכשיו, יש עוד דברים שאנחנו לא מדברים עליהם עכשיו, למשל עמוד ענן, עמוד האש. Ну, есть, конечно, есть еще другие вещи, которые происходили, да, это облако, это огненный столб, это присутствие Господа. מה שפולוס מנסה להראות זה שהניסים שקורים ומחזיקים את בני ישראל במדבר. Но то, что Павел пытается показать, что те чудеса, которые сохранили израильский народ в пустыне, это именно заключалось в присутствии Спасителя с ними уже там.
И это то, что он говорит в 1 Коринфянам 10 глава. То есть, то, что говорит Макс, это не какой-то магический камень, волшебный камень или волшебный утес, а именно присутствие Господа. И смысл заключается в том, что то, как поняли составители Нового Завета эти вещи, המשיח נוכח כל הזמן. Они поняли, что Мессия, Спаситель, Он присутствовал все время. Он находился с израильским народом все время. והמחבר של האיגרת אל העבריים אומר, а составитель послания к евреям говорит, שזה חוסר האמונה שלהם. שמנעה מהם לראות ולהבין מה קורה. Что именно недостаток веры мешает им понять до конца, что же происходило и произошло. И сегодня это то же самое, та же самая ситуация. Недостаток веры мешает им увидеть целостную картину. אז התמונה שוב היא התמונה של הצור. И поэтому опять картина, это картина утеса. אבל הצור הזה נותן מים רק אחרי שמכים בו. И этот утес дает воду только после того, как ударяют по нему. בהוראת אלוהים. По указанию Божьему. Okay? Okay?